Невзирая на долгое отсутствие, богомолы российских провинций дают 9-ю серию и будут продолжаться далее. Меня долгое время не было, в моем бункере произошла авария, ведущая к неминуемой катастрофе, озарившей все ярким красным заревом. Ну а далее я плюнул на все и поехал отдыхать. С наплывом говна и скреп духовных, разумеется, мне пришлось оттуда переехать. А что еще оставалось делать? Вот она, работа моей мечты. Отсюда вытаскивай, туда затаскивай. Шикарно! Иди сюда, блять! Сейчас я научу вас фильмы снимать! А ну сюда и каналья! Тишина, блядь! Роли ей мои не нравятся! Который мне предала, как она меня вчера написала! Пошла в мой, Она меня просто удалила из своей жизни. Ваша непраздна на 40 рублей, хули вы как не люди. Давай принесемся лет на мерзу. Сколько лет на мечту? На 40 рублей, да мы с тобой пол ресторана скупили. Это же средняя зарплата советского человека.
хорошие выходные прошли. Ну, завтра уже на работу идти, так что будем морально готовиться. Ну, сами все видели. От Like Smoke Kalia. Покупай, не пожалеешь. И, кстати, они мне за рекламу не платили. Так... Ой, ребят, он накуривает не по-детски. Простите меня, если я перед вами там в чем-то согрешил. Ладно, я решил сделать свое, построить кальяну здесь, в мастерской, и продолжить по его методике делать хорошие качественные рецепты, прокачивать скилл в этом направлении, ну а также развивать тему сериала «Богомолы российских провинций».